12-летний Риналь, воспитанник детского сада номер 64, с выражением читает стихи. В центр реабилитации ветеран он пришел вместе с мамой. И, несмотря на юный возраст, хорошо знает правила дорожного движения. На какой свет надо переходить, знаешь? Зеленый. ГБУ «Безопасность дорожного движения» постоянно сотрудничает с Центром реабилитации для инвалидов-ветеран. В рамках празднования декады пожилых совместно с госавтоинспекцией они решили не просто организовать концерт для ветеранов, но и напомнить им о правилах на дороге устами ребенка. Ветераны остались довольны. Да, это познавательно. Тут и правила дорожного движения. Очень большое спасибо за внимание к взрослым людям. Спасибо, что напоминаете. Они сейчас уже забывают правила. Спасибо, что напоминают эти правила. Детишки особенно в лице вот внуков, правнуков на самом деле. Ну да, как мы считаем, что это очень нужно показать примером младших ребяток, чтобы они не нарушали, чтобы они соблюдали. Мы решили поздравить таким образом наших пожилых. Тема соблюдения правил ПДД действительно важная и актуальная, особенно для пожилых людей. Факты говорят сами за себя. Вот, к сожалению, только вчера пришел наезд на 63-летнего пешехода, который шел по дороге без световозвращающих элементов. Это смертельный случай, к сожалению. Поэтому это очень актуально. Дети рассказывали стихи, пели песни и танцевали. Свои номера показали 28 детей из 4 детских садов Альметьевска. Праздник удался. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока.